Я Роман Филипп Дмитриевич, 20-летний астроном-любитель, первооткрыватель 38 переменных звезд. Сегодня 8 апреля 2018 года. Праздник Светлое Пасхальное Воскресенье, который я уже второй год подряд вынужден встречать, скитаясь по чужим углам, не имея возможности проживать в своем единственном жилье безопасно и беспрепятственно. В своей комнате №2 в коммунальной квартире по адресу город Москва, улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210, из-за безнаказанных преступлений в отношении меня и моей мамы, жильцами и гостями комнаты №1. Я прошу неравнодушных людей помочь мне с жильем в Москве, потому что я приехал в Москву ради учебы в МГУ имени Ломоносова именно на астронома. Я имею огромное желание приносить пользу науке России своими научными астрономическими открытиями. Но я не имею для этого возможности, потому что я лишен возможности проживать безопасно в своем единственном жилье и лишен возможности беспрепятственно продать его. Преступления в отношении меня остаются безнаказанными, они не были пресечены должностными лицами при их бездействии.